Красота, лепота. Ну скажите же, красиво, да? Просто прелесть. Всем прекрасного доброго утра. Смотрите, у нас какое сегодня морозное утро. И гости в саду пожаловали. У нас уже следующий день. И по традиции сегодня воскресенье, 4-й адвент. Зажигаем что? Свечки. Сегодня все 4 будут гореть. Ну и эту еще зажгу для запаха. Вот такая красота. А теперь еще, конечно же, и выпьем. С вами делали клубничный ликерчик. Надо попробовать. Сейчас мы его заценим. Такой кремовый получился. Да. За ваше здоровье, пусть у вас все будет хорошо и замечательно. Der schmeckt auch lecker. Fantastico. Jo. Der ist richtig gut. Da neba ja bratna. Schön kühl aus dem Kühlschrank. Хорошо настоялся. Холодненьким надо пить. Очень вкусный. Смотрите, была в парикмахерской, подстриглась, Инга тоже подстригся. Такие вот сережечки у меня сегодня праздничные. Ждем гостей. Сегодня придут Ингины, с Ингиной стороны, да, брат, свекровь придет, племянница, мама моя придет. Ну и вот так посидим сегодня, 4-й адвент отметим. Ну и покажу вам сейчас, как накрыла стол. Очень красиво. Вот так выглядит стол со свечами. Восемь человек нас сегодня. Вот так вот выключила свет. Без света выглядит такая уютная атмосфера. Вот такая красота. Что этот тортик яблочный? Ну и с этой же, с Орео печеньем. И конфетки же тоже с вами делали. Вкусняшка, вкусняшка. На, lasst euch schmecken. Ja. Komm, Schwiegermama, koste mal. Hast du es schön gemacht. Ja, ne? Sehr schön. Wie immer. Wie immer. Und Ingo, das schmeckt schon? Ja. Ingo? So, ja. Genau. Und schön, хорошо. Ja, hast schon gelernt. Очень Mutti. Очень. Daumen hoch. Super, super, super. Ja, всем понравилось. Видите, как... Уминают. Очень нежно, очень вкусно. Ксюша, видел я? Я.
Dadurch, dass man ja geimpft ist, ist es ja nicht mehr so schlimm wie eine Grippe. Was sagt er? Privatsphäre. Der Tod klingt. Вот такой сегодня у нас ужин. Фрикадельки в томатном соусе. Здесь у меня овощи пожарила. Картошка, ну и томатный соус. Сейчас будем ужинать. Забыла вам сказать, рецепты тортиков и штолена, конечно же, я вам все засняла. Будет в следующем видео. Чтобы вы знали, да? А то показать-то показала, а рецепта нет. Видите, все почти доели, одна порция осталась. Соус, картошка. Ну, уже проводили гостей. Проводили гостей. Сидим с Ингом, убрали все. Хорошо так пообщались. Много вам не показывала, потому что брат же, знаете, да, Инга не хочет быть в кадре, а так только... Ну, их исключать тоже как-то, ну, неприятно, да, поэтому, да и, видите, они же по-немецки говорят, а мне что, вам все переводить тоже сложно, поэтому так немножко показала. Ну, хорошо пообщались, посидели, вкусно поели, вот. Только с Инго управились, теперь сели, подарки уже распаковываем. Уже на Рождество не увидимся со свекровью и с племянницей, поэтому они нам уже подарки принесли. Вот это вот от Ингиной племянницы подарок. Сейчас распакуем. Видите, написала онкель Инго, он танте Ксения. Дядя Инго и тетя Ксения. На ханимум. Это чайный кишенк. Сейчас распакуем. Красиво так запаковала. Чайный не пахнет. Еще с этой, видите, с гирляндой. Такие вот конфетки вкусненькие. This is крем и хандкрем. О, Инго, dein Creme für die Hände. Инго всегда меня спрашивает, дай мне крем для рук. У меня уже все кончились. Ja, hast du die Creme für die Hände. Und für mich natürlich auch. Маска из Мертвого моря. Маска. И еще конфетки. И гирлянда. Schönen lieben Dank, Hani Maus. Sehr schön. Gefällt uns sehr. Hast du gut gemacht. Поблагодарила племянницу за такой красивый подарок. Теперь эту сначала покажу. Смотрите, какая красота. Это туфтет я wirklich gut, ne? Это свекровь купила участника, делает вот такую колбасу, купила. Каждому из детей будем пробовать. Ну, не сейчас, она еще должна маленько посохнуть, еще только свеже сделанная. Wie viel musst du noch hängen? Was hast du gesagt? 14 Tage mindestens, denke ich mal. Ja? Инга говорит, 2 недели, наверное, точно надо, чтобы еще повисело. Ну да, мягкое еще, но запах обалденный. Режиссер будет. Schmeckt auch bestimmt sehr lecker. Das ist ja von Sabrina und Rodrigo. От Ингиного брата и жены. Вот такой вот красивый.
как сказать-то, горшочек с елочкой и с игрушками. Очень миленько. Да. Мы им, конечно, тоже всем подарки. Ну, брату нет, потому что они на Рождество у нас здесь будут отмечать. А свекрови и племянницы, и для Ингиной сестры всем передали подарки, всем запаковала. Ну, видели же, да, ликер делала, и конфеты делала, и мое варенье, все это красиво запаковала, им подарила. Это подарок от Ингиных родителей. Он Триста, он Лота. Вот такой Дед Мороз. Это Ингина, да, любимая футбольная команда. Дайне. Липлингсманшафт. Конфетки. Ну, почему это так? Ах, Хинтнур ангеклебт. Вот такие конфетки. Вот такие вот рождественские пряники, очень вкусные. Еще вот такие конфетки. Угу. Пакетик. Медпринизель. Ног здесь сосны. И еще вот такие конфетки. Наш Вига мама зоин водик верно? Я вам не верю, что не смаковым. Я говорю, мы теперь должны потолстеть. О-о-о. Цайги стели. Филь су филь. О, то новое, да. 100 рублей. Ойро. Ду хекс шип, клаубочка, камера, не? Видите? Vielen, vielen lieben Dank, Schwiegermama und Schwiegerpapa. Das freut uns sehr. Danke, auch von mir. Von Ingo auch. Поблагодарили родители. Ну, не ожидали. А моя gar nicht damit gerechnet. Nee. Hätte ты nicht machen brauchen, Mensch. Vielen lieben Dank. Вот такой подарок. Все распаковали. Гирлянду эту еще не убрала. Ну. Вот такие подарочки. Мама тоже с нами хорошо пообщалась. С ночевкой не захотела остаться. Пошла домой, говорит, мне завтра адвентский календарь открывать. Она уже, видите, привыкла, да? Уже ей тоже разнообразие. Есть цель видео снимать и показывать. Обкрадая цель, димутис на озе гиганен. Вальди Моган адвентскалендар уфмахен мус. Фильмен мус. Ну, вот так. Ну, а теперь как раз рубрика, да, если об этом уже завели речь. Рубрика вам уже известная, как мама открывает свой адвентский календарь. Ну, а мы, наверное, уже с вами попрощаемся. До следующего влога. Всем добра, будьте на позитиве и до новых встреч. Пока-пока. Доброго утречка всем! Открываем очередной 16-й конвертик. Я вам все покажу. Печеньки. До того аккуратно доченька их делает. Просто это я уже так не могу. Конечно, и очень вкусные. И очень вкусные конфеточки. Вот. Как же без них? Это что у нас? Это крем для глаз. Да, доча всегда, спасибо ей, заботится о маме. Заботится.
чтобы мама была красивая, выпала. А тут что? Тут вот сердечко такое, сердечко. Читаю. Сегодня просто любовь. Она спасет мир и всех нас. Да, надежда умирает последней. Будем все верить и надеяться, что это действительно так. Всем с Новым днем и всех-всех вас с любовью. Доброго всем дня. Сегодня открываю свой очередной листок моего календаря. И я покажу вам, что же сегодня дочь мне пожелает и что же она сегодня мне подарила. Да, сложно иногда открыть дочери. Сейчас посмотрим. Вот. Что же тут? Смотрите. Это же украшение, это же новогоднее украшение, сделанное из дерева. И это мне нравится. Это очень красиво. Мне нравится. Спасибо, доча. Это печенье, мальчик. Была девочка-снеговик. Теперь мальчик. Ну как же без пары? Я за то, чтобы была пара. Конфетки. И сейчас прочтем. Что же сегодня доченька мне пожелает? Вот такая открыточка. Вот такая красивая. Только пережив пустоту души, мы можем ощутить полноту жизни. Это прекрасные слова. Это прекрасно. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это реагируем. Да, порой мы неправильно реагируем, мы расстраиваемся на ровном месте, переживаем. Моя дочь всегда в это время говорит: мама, не накручивай себе, не все так страшно, как ты думаешь. А моя мама говорила в таких ситуациях: не так страшен, чё, как его малюют. О, прекрасные слова, прекрасная тема. Продолжаю дальше читать. Люблю тебя, Мути, за твое тепло, которым ты не перестаешь делиться с нами. Пусть оно у тебя никогда не иссякнет. Благодарю, доченька, тронута. Не иссякнет, пока я жива, не иссякнет. Пусть у всех вас не иссякнет добро, тепло. Дарите всем своим близким и родным. Хорошего дня, всего доброго вам. Всем доброго дня желаю. Сегодня праздничный день. Сегодня 4 адвент. И я вас всех-всех поздравляю с праздниками, с предновогодними праздниками. Будьте радостны. Я продолжаю открывать свой адвент, свой новогодний календарь. Листок своего календаря от моей дочери. Что же в нем? Так, это печенье. Дочь прям комплектом каждый день для меня. Это кройтер для салатов. Дочь заботится, чтобы мама была здорова и вкусно кушала. Это
Это что такое? Это такие силиконовые пад, чтобы у мамы было меньше морщин. Благодарю, благодарю, доченька. Обо всем заботишься. Сейчас мы прочитаем самое главное, открыточку, пожелание от доченьки и зятя. Вот такая открыточка красивая. Красивая, с праздником. Спасибо, доча и зятёк. Прочтём. Основа успеха в преодолении старости – интерес к жизни. Спасибо. Спасибо, что ты напомнила мне. Да, это главное – не потерять интерес к жизни. Я стараюсь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Да, это прекрасно. Жить прекрасно. Жизнь всегда идет дальше. Да, и я как понимаю, что надо за ней успевать. Так, доченька? Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. И... Спела вам прекрасные слова из песни «Прекрасные». Жизнь сама прекрасна. Продолжает читать. Люблю тебя, мамулечка, за твое любопытство, прежде всего, ко всему новому, к самой жизни. Пусть твое любопытство никогда не иссякнет. Не иссякнет. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. И хочу, чтобы все любили жизнь, ценили и были счастливы. Всего всем доброго я желаю. До новых встреч со мной.